войсковой части 5513 Национальной гвардии состоялась торжественная церемония принятия присяги молодыми солдатами. В традиционном мероприятии приняли участие руководство воинской части, ветераны и родители солдат. Принятие присяги – священный ритуал для каждого военнослужащего. На торжественном построении новобранцы, недавно призванные в ряды вооруженных сил страны из разных регионов Казахстана. Они прошли месячную подготовку, и вот теперь порядка 400 солдат приняли присягу на верность родине. Обязанностью военнослужащих является защита Родины. Мы, молодежь, должны отдать свой долг перед страной. Поэтому я решил пойти в армию и сейчас прохожу службу в воинской части 5513. В ходе торжественной церемонии принятия присяги руководство воинской части, офицеры и ветераны поздравили призывников с пополнением рядов Национальной гвардии. Выразили надежду на их выдержку в исполнении своего священного долга перед Родиной. Родители также выразили теплые пожелания в адрес своих сыновей. Уже давно я задумывалась над тем, что вскоре мои сыновья пойдут служить. И вот этот момент настал. Мой сын принял присягу на верность Родине. Я приехала на церемонию принятия присяги моим внукам. Он защитник Родины. Я желаю ему и его сослуживцам с честью исполнить свой долг перед Отечеством. «Военному делу нужно учиться настоящим образом», – говорил фельдмаршал Александр Суворов. Это высказывание относится не только к кадровым военным, но и к будущим военнослужащим запаса казахстанской армии. Ринар Рахматуллин, Тлеукабыл Саржанов, Айкон Акпарат.